Спецназ, КГБ и пограничные войска пополнят призывники из Минска этой осенью. Первые новобранцы отправились к местам службы. С оркестром и показательным выступлением спецназа проводы прошли в столичном сборном пункте. В осенний призыв, он продлится до конца ноября, войска примут более 10 тысяч новобранцев. Еще 2 тысячи пройдут службу в резерве. В первой неделе новобранцы пройдут курс молодого бойца, освоят основы строевой и стрелковой подготовки, а затем примут присягу.